Астана қаласы Экспо 2017 көрмесін өткізу құқығына ие болғаннан кейін 2012 жылғы 26 қарашада сіздің төрағалығыңызбен Экспо 2017 көрмесін дайындау мен өткізу жөніндегі мемлекеттік комиссия құрылғаны туралы сізге мәлім. Мемлекет басшысының қатысуымен өткен мемлекеттік комиссияның кеңейткен бірінші отырысында 2012 жылғы 6 желтоқсандағы хаттамасына сәйкес Қазақстан Республикасы үкіметіне үстіміздегі жылғы қаңтар-ақпан айларында көрмені ұйымдастыратын және өткізудің ұзақ мерзімді ұлттық жоспарын әзірлеу және мемлекеттік комиссиясының қарауына енгізу, көрмені дайындау мен өткізу бойынша компанияны құрып, оның ұйымдастырушылық құқықтық нысаны, ведомстволық бағынастылығы және капитализациясы бойынша мәселелерді пысықтау, Экспо 2017 көрмесін дайындау мен өткізу жөніндегі ұйымдастыру комитетінің жұмысын қамтамасыз ету, ұлттық консультант кеңсесін құру, бюджеттен тыс көздер есебімен Экспо 2017 қолдау қорын қаржыландыру ұлғайту мәселесін пысықтау тапсырылды. В соответствии с поручением главы государства от 6 декабря министерством разработан и внесен правительство проект постановления правительства Республики Казахстан об утверждении национального плана организации проведения международной специализированной выставки Экспо 2017 на 2013-2018 годы. Национальный план состоит из 10 разделов и 78 мероприятий. Задействованы 12 государственных органов, все акиматы областей, городов Астаны и Алматы, также национальный холдинг Самрук Казана. Более 90% мероприятий нацплана запланированы в текущем плане на 2013 год. Вместе с тем, после утверждения регистрационного досье на исполнительном комитете Международного бюро выставок в октябре 2013 года, национальный план будет актуализирован и скорректирован на 2014-2018 годы. Нами определено количество мероприятий, по которым требуется финансирование на 2013 и на 2014-2018 годы. Вчера на прошедшем заседании Государственной комиссии до государственных органов была доведена информация о необходимости тщательной проработки с Министерством финансов Республики Казахстан соответствующих бюджетных заявок. В целом, в настоящее время сформирована организационная схема работы правительства по подготовке выставки Экспо 2017. Указом главы государства от 26 ноября 2012 года создана Государственная комиссия. Организационный комитет во главе с заместителем премьер-министра будет являться исполнительным советом Госкомиссии и будет координировать работу утвержденных предварительно 8 рабочих штабов по основным направлениям организации и проведения выставки. До конца месяца будет определена институциональная структура данного оргкомитета. Сегодня также мы рассматриваем проект постановления о создании АО «Национальная компания Астана Экспо 2017», деятельность которой в 2013 году будет в первую очередь нацелена на формирование основной цели, а также проработку подготовительных процессов по регистрации нашего досье. Главной задачей компании станет реализация содержательной части регистрационного досье, проектирование и строительство инфраструктуры и объектов на территории Экспо 2017. Офис национального консультанта займется обеспечением участия казахстанской делегации на заседаниях исполкома Генеральной Ассамблеи Международного бюро выставок, разработкой и продвижением проекта регистрационного досье. Дирекция при акимате города Астаны должна заниматься вопросами подготовки и развития инфраструктуры города для эффективного проведения выставки. Фонд поддержки Экспо 2017 продолжит работу по сотрудничеству со странами-членами Международного бюро выставок в рамках выполнения обязательств по подписанным ранее меморандумам и обеспечит содействие в научных разработках в области возобновляемых источников энергии. В настоящее время с Министерством иностранных дел согласована предварительная сумма, необходимая для пополнения средств Фонда поддержки Экспо 2017 в размере 5 миллионов евро для указанных мероприятий. В этой связи хотел попросить вас, Сергей Ильич, дать соответствующее поручение, чтобы отразили протоколе заседания правительства пункт о выделении данной указанной суммы и средств АОФНБ Самрук Казана. В целом, министерством разработан четкий календарь мероприятий на 2013 год по разработке проекта регистрационного досье. Задача будет стоять в марте разработать первый драфт регистрационного досье, в мае провести презентацию данного проекта регистрационного досье на исполкоме Международного бюро выставок, а в октябре уже защитить досье и получить необходимое официальное признание выставки со стороны Международного бюро выставок.